твои стайки. Я уже забыл, я же уже хионинг. Хитрый же. С таким голимым саппортом ты просто после притяжки, блядь, пробежишь, и тебя убьют стаки. Просто и все. Полина, ты хилишь? Ага. А. Да нет. Опять сложит или Ваня, опять... Да, нет, саппорты за свой счет. И мне опять... трейд кидать надо. У меня был один саппорт, я его дал. А что, я в танке, да? Да, в раск. В танке ты и Халфейн. Вась, на меня много не надейся. Меня опять лаганет. Да, нет. Чего? По первый он или я? Не, лагнуть может так же, как и вчера. Первый ты. У меня на протяжении... Войт у нас в траве. Хилы у нас пятая группа. Вместе с ними Шторм. РДД надо больше. Ретрик у нас есть, он нет. Рыбу кто-нибудь ставил, нет? Кто первый танчит? Халфейн или Ретрик? Враска. Вася, прочитал? Рыбу поставил. Без фразы. Yeah. Правильно я понимаю? Чего? Говорю, у обоих нет фрост резинс шмота. Раски должен быть. Калфейну не нужен. О, Раски одет. Только что смотрел его. Одет. А ты сейчас одел, после того, как я спросил. Есть мама какого-то рейда? Приступ баф, все дела. Слава, я джип. Да че на бафку? Япончик, блин, его не хватает. Ну такое. Япончика мать. Ты дискон? Нет. Подлагнул его сильно. Блин, япончик готовы, нет? Нет, япончик почти. Сапрота не забываем выпить. Еще раз на пол. Сапрота посидим. Бежим на балкон. А, да. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норфолка унесут ваши души! Серьезно? Одноразовый ретрик. Войд, поднимешь его не Эля. По центру. Право. Бля, я лагаю по центру. По центру на лестнице. Разбили.
что там, кто хисяу-то поднимает? Энджи. Не знаю, покуда быстро. Можно магу ставить как-то поменьше? Его сейчас чуть не убило. Который байер или кто? Кофей, блядь, не стак освобожден. Не стак у меня нет. Встаешь сам. На пинг поднялся, так что если что, ну что-то идите. Слева. Право далеко. Какой сейчас процент у босса? Айзек, Ваниер, Халфейн, Скотт Бергер. Какие сопроты. Фей, уходи. Шторм поднимешь, мага. Владласт. Это байер? Да. Подымай. Каларей налет. Поднимешь, маг. Поднимешь долог. И гимн на ХП. Спасибо, стоит. Не разбивайте сейчас. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Нет, нет. Дарт. Алфен, похильте. Не набирайте стаки больше двух. Блин, вы падаете в ней жизнь.
по полбу я налог хп. Не скиллами не то, там два хила всего лишь был, один рестер друид и шам. Рестер друид ходками так быстро не поднимет. Ну, весел, пиздец, говорю, не разбивайте метку. Вот, блядь, повезло, что у меня 7 стаков скинулось. А так типа, что бы делать, о? Люди набирают очень дохуя стаков. Очень дохуя стаков. И тупо от этого дохнут. Ребят, если кого-то линканите, сколько освобожденных было? Я не знаю. У меня просто все, кроме одной. Это жесть какая-то. Ну это бред. Вага, репут на роутер быстро. Как хилить-то? Нереально. Ванель, почему не пьешь сопрот? Милики, милики вообще не стопают. Без сопрот. Там 60 косарей бьет эта способность. Ты думаешь, что ты выживешь, если отбежать не можешь? Сядь, при потом... этом ты не выпил сопрот. Сядь, потом у Дана спроси. А у вас там все по пизде пошло, меня типа не хилили секунд 7, наверное. И, блядь, весь полтинник, типа. Ну. Да, Дарки, вставай, масрез. Сюда суманем. Ага. Чего? Там Кирс написал, что двуфаску снял, могу за него зайти. Да? Пофигу. Да-да-то есть уже хватает. Видишь, хилы жалочные. Их освобожден к часу. Ой, блядь, ладно, заходи. Нам бы холипало. Да с какой холипало? Сейчас все хилы пошли под боковую глыбу закрывать. Какого хрена вы уходите? Но мне сейчас, было 3 стака, и мне приходилось этого танка хилить. Опять своей же смертью, как это делает Элбрил. Ну блин, ну камон. Надо выносить направо. Вчера же говорили об этом вроде. Да а танка как оставлять? Вот скажите. Ты выносишь глыбу направо, танка ты не оставляешь, ты можешь его хилить. Я им вчера говорил, никто не хочет слушать. Ну, давай пойтись дальше, я не знаю, если вам так прикольно. Короче, все встаем, тпшимся к Синдре, к балкону побежим. Войт вчера, блядь, предлагал, типа, направо ставить, по-моему. Новым КДМ передавать всем по центру, исключительно по центру на второй фазе. Либо по центру, самое простое. Это для и самых... По центру не получится же, по-моему, ставить. Все там получается. Но если руки растут из жопы, то не получится и вправо его носить. Между метками секунд. Долго не хилили. Прям очень долго не хилили. Понятно. Конечно, на мне уже было 4 стака, я уже тебя физически не могла прохилить, а все хилы убежали. Зачем вы убежали? Я почти весь бой сделал. Рыба стоит. Так я тоже, блин. Хилу можно на второй фазе, хилу можно 2 стака набрать, а вот РДД нет вообще. Что привело тебя сюда? Всегда так было. Есть у кого-то сколько освобожденных было? Вон, скинул, пройдет. Ямка, за вчера спасибо выручил. Там в основном только 2 хилов было, меня и у 100. У меня тоже по КД было. Но я же как-то хилила. Да там нету в этом списке. Это странно. Может, все манит. У меня из всех освобожденных одной не было. Одной. Куда? Вон. Здесь бой. Сейчас подожди, я в Толмиван быстро себя вынесу. А то, что с 2 фоток набрать 2 стака, 2 фотки не спасут троих вообще. Я только взорву и больше урона нанесу. Это правда, да. И защиту, это правда. Я имела в виду других хилов, которые хилят по таргету. Все ушли.
А Норси еще пришла. Флага, дай ей мать. Че, может все-таки мне вместо враски потанчить, а то у меня ДПС беспонтовый. Тринашку будет давать, а так не хотя бы. Это плюс сколько, 7000 ДПС. Хорошо. То у меня тут и камни говно, и все говно. У меня в отспек нормально. Так, ты 4 отдела. Так, мили, который хочет послакать. Спекаться, Вага, да? Отбой. Да, спекаться в танка. Так, Будапешт, на замену. Дайте порт, пожалуйста, в танк. Ой, танчишь вместе с Халфейном. Норсит, куда ушла? Ой, пишешь, я слакал на танк. Пишу, выбил подамажить. Миш. Я говорила не про мага, который не из гильдии, а который с... Куг, что-то там, он оказывается нашевский, так что я прошу прощения. Он набрал очень много стаков и его чуть не сложило. Короче говоря, Полина Велема, Норс хила. Да фак. Смысл мне тогда тут в Элеме быть? Я ни ДПСа не дам, ничего. Я готов. Ладно. Нет, Элиму здесь вообще все плохо, потому что он дает молнию, а у него может вылететь две, это уже два стака. Рыбу дал повторно, бафы обновлять и будем. Что там по центру, да, только ставим? Это будет на новом КД, сейчас мы делаем все центр лево. Лево-центр. Лево-центр, а, окей. Далеко не надо налево уходить. На пул. Котофей кинь на второго мага. Все приставав. А Илья кидаю. Кого? Не кончил. Может СС раскинуть? Что-то так бафов мало. Даркс, есть СС? Дай по луку. Адванс СС есть? Да. Чего ты хочешь? Оставь там в бою и кнатую накинешь. Я не знаю, где у Кирс тут еда. Я сам не делал. Маги, поставь еду, пожалуйста. У кого сопрота нет, выбейте. Айзик, у тебя звание есть, достань из ГБ. Ой, я дам. У меня есть лишнее, есть что. Полина, чего не хватает? Уже хватает, мана регенит. Все, все готовы, на маунт садимся. Бежим на балкон. Там Луцинь завис, да? Зачем вы сюда явились? Погибни! Унесут ваши души! Здорово! Я слышно? Да. Тебя выкинуло в этой игре? Да, в этой игре. Теперь бессильна! С той стороны от босса валяюсь. Кого есть? Эм же речь шли. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет!
Что вы творите? Да они все заняли, блять, никто пройти вперед не может. Эти? Бал... БР есть у кого? Я резко. Да, у меня есть. Я резко. Вставай. Удар в тылу. Шторм поднимешь, Халфейна. Баф обновлять, попавший. Резко. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Владлас. Кават налево. Кават. Далеко ставишь кават. Я говорю, меня еще и в ДД. Войду БРните, у кого БР есть? Оверхильте Халфейна. Ты от стаков умираем уж. Попытка номер два, может не открывать? Хотя бы танк жил какой-то. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Бессильно! Давай, да, спекайся в хилла.
вопросы за сотку, говорит, дамаг от стаков увеличивается или нет? Чё, 7 хилов? Нет. Луцинь тоже в танках, алфы, да? Покажите, блин, куда примерно людям ставить, то недалеко выносит мед. Да, я составлю. Ты закупаю уже. А как вы скажите мне, вот Скотт Тергер и Япончик, как вы друг друга убили на стрелке? Точнее, нет, Япончик сдох, а маг еще выжил хоть как-то. Смотри, я побежал налево, и со мной побежала полпати налево с метками. Я такой, ну окей, пойду направо. Хорошо, ухожу направо, и ни один даже не шелохнулся, чтобы предоставить мне немножечко места, чтобы я поставил метку. Мне просто две метки рядом со мной упало, меня из-за этого сбило. Япончик, надо было пару шагов назад сделать, а не вперед. А я выжил, потому что у меня сейвы прожаты. Бегать, они, блядь, мне навстречу бегут. Охуенно! Свободное место справа, а то, что вы там слева тусовались и не могли определить. Паша обновляет шустрее, рыба стоит. Ставьте метку, блять, ориентировочно, куда бежать людям. Если видишь, что сзади, впереди все занято, сделай два шага назад, а рейд уходит ближе к обороне. Смотри по сторонам хоть иногда. Где метки стоят, я второй раз. Сейчас я буду называть ники, на ком больше двух стаков на второй раз. Хана вам, ребят, достали уже. Маленький с лестницы. Ты уже бесит уже, ну серьезно. Набирают на второй фазе больше 5 стаков и почему-то думают, что их прокидят. Идите нах. Лучше подольше побьем, честно. Мы до берсы нормально упираем. Паша, обновляйте. Долго все очень. И все равно отбивает. Так еще ж пишут, что с хилами не так. Ого, кстати. Да я не бомблю, Редвар. Нет. Жить просто все равно у меня. После вчерашнего ГП его зацепит. Крист баф. Ты че на пул? Кова ДМК. Кто первый пускает? Вот первый, ты второй. У нас три танка. Три танка. Почему три? Кто третий? Халфейн. Кулак по роге бафните, пожалуйста. Делор, успекайся, Ван Холлю. Фростойку поменяй. Ну чё-то хп дохуя. Пульте. Ой, так 161 запроса хватает танчить с синдрубкой. Одна шмотка плюс сапог. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Я первый килл в книге Петропрота убил за танчик. Надо как-то. Без банки, без шмота. Ноль Петропрота. Ну, слаб сейчас. БР есть? Нету. Есть. Поднимешь япончик. После фаза. Я сейчас подниму. Погибни!
После фанзы Энджи поднимаешь Луценя, синий пончик. Так, это не так, эти силы вас обожгут. Танк больше таких. Лестники сильно просажены, чуть-чуть послушать. Дети не радуются. Поглаз. Больше двух не набирает. Велик тоже. Броня. Полина. Луценя, прохильте. Луценя, прохильте, упадет сейчас танк это. Быстрее. Не разбивайте. Стопните ДПС, смотрите, просадка идет. И пончик поднимай. Бойда прохил. Ну вы не видите, что ли, кто там? Луцинь танку. Лёша, не бери квест. Не бей. Вынеси. Стопните ДПС. Стой, стопните. Лоха по Войду. Ретрик любой. Бойда, Бойда про... Забрание. Скорее бы. Ох, пустыня, прости.
ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Стой! Стопните! Почти, Лян, добейте босса! Быстрее, быстрее! Разведитесь только в рейндж! Такое ощущение, что вы не видите, кто танкует, ну, ребят, ну... Я чувствую, что я первый раз вообще на боссе. Тендра говорит, наконец-то, вы слышите? Наконец-то свободно, они говорит. Они стали выносить метку, блядь, ближе к танку, блядь, чтобы танка быстрее хилы доставали, ближе. И танку ближе бежать было, да, менять статус. Как когда сопрот похерили, да, и как типа геймплей у хилов поменялся, типа, да, намного. И почилишь теперь. Типа вообще, по-моему, дупля не отшибает, у меня такое чувство. Не отшибает, лол. Я же говорил Броне, что сопрот давал охренительный просто простор для ошибок. Что нажала, да? Без разницы. Я пожала. Снижение дамага в 20% или в 30%, большая разница. А там еще 20%, ой, там больше. Ну вот я говорю, там, когда 30 перевалит, 50 получается, 30-40. Сережа, Вага, я... Можно отойду на полторы минуты? Где? А чё так мало тебя похилил, Войт? Сколько у тебя хп? Хотя я по тебе крипнул. Фарада, но... просто ему закинуть, да? Да. Не, так мало похилил. Я не знаю, почему я зашел, просто перезашел после того ребута в игру, и у меня пинг просто под сотню подлетел. Было 30, стало 108. У меня вроде бы оно и не сильно лагает, но такими хорошими фризами. Может быть, если не через ДЗшный выход. Сейчас посмотрю, через лаунчер зайду. Главное, лаунчер закрывай. Самое главное. Пиздец грузит систему. Непонятно почему. А, я понял, за чего. У меня ёбаный Steam решил обновление скачать на всё подряд. Сразу нормальный пинг пошел. Тут собака еще не подошла слева. Собака идет. Что делаете? Короче, все понятно. Нямка, вот ну нахуя? Почему так?
Блять, какой случайно, ты прям вплотную подошел к этой хуйне и сдох, серьезно? И, а главное, после этого ты перестал Луциня хилить, как хотел. Понимаю. Собаку добейся. Зачем вы такую херню творите? Я фернул великана, не бейте. Так великан отталкивает, у вас сейчас будет пол хп, и он оттолкнет, и вы сдохнете. Да я фернул его. Я фернул его. Нормально его колбасит. Повезло, что с текстуры не загнало. Просто повезло. Походу они что-то сделали, чтобы он не бегал в текстуру. Ну да, раньше бегал. Нямка, сейчас сагришь вторую собаку, я тебе пизды дам. Снимите с меня черепок, пожалуйста. Заебал уже. Тоже комплексы, когда метка. Я побежал, ломбок забежал и приснется. Вы... Я тебе рассказывала, Рэй, как надо мной пианист смеялся. Тоже как, по-моему, черепок висел, я попросила снять. Он взял, повесил звезду в РСК. И я весь бой с этой звездой. А вы сможете ворота пройти? Смотрите. Нету. Кого? Потому что я там стоял. Что произошло? Выпустили комнату. Собаку с великаном. Прогрели вот и все. Собака дает минус хп, великан отталкивает. Троих. Да ладно, он один раз толкнул все. Вот, так этого мало. А зачем так делать? Хотела сказать, Вася, в Т5, но я вспомнила, что ты на друге. У меня стоит. Я так, 410. Я попробую, потом, если что, ты 4 одену. Да, мне... Дарт, Венг, спекайся обратно. Полин, здесь, да, 100%, здесь 4D4, здесь Т5 не будет. Там нет, танки будут. Ты пятый, здесь тоже крутой, я пробовала. Войт, да, в танке. Кто еще? Войт и Луцинь, два друида. Войт на боссе? А, ну ладно. Войт в обойме. Луцинь на боссе. Шаманы, тотем от сопротивления мой. Кого отдаем-ка? Бафы обновлять шустрее. Ездят. Значит, Дарки с СС по Ваниэлю, Адванс по Врас, Ваниэль, твой диван первый. Поставьте джинса. Кулак по ханту дайте. Ой, я уже понял, что ты тугой, как Ванина. Все, разговор, не хочу больше общаться. Я не знаю, что ты пишешь, вообще не понимаю. Мальчики, не ругай. Что тебе не нравится?
Рисуманте, раз джипсы не хотите ставить. Давай, давай. Что тебе, тебе надо, блядь? Вот, вот, господи, вот. Кабат, давай. Уже можете суманить. Ваниль, тебе говорить не надо, просто даешь диван по первому танку, который получил 400, выносишь фреймы двух танков и отслеживаешь. Еще раз повторяю, фреймы двух танков.